Но мне приходилось беседовать с нашими старейшими железнодорожниками, локомотивщиками или паровозниками, как называлось, тот период, такими как Свиридов Иван Петрович, первый машинист Бийского паровозного депо, это Татарников Андрей Иванович, Ланцов Петр Васильевич, Шестеро Семен Мартынович, с работниками движения эксплуатации, это с Беловым, это с династией Корчугановых, это с главным кондуктором Балдуевым, с ревизорами Сомовым, с Беляевым, с Тюляковым и ряда других товарищей. И как-то или фанатик я железной дороги, меня интересовало абсолютно все. Интересовали все абсолютно службы, хотя был еще период прошлых-прошлых дореволюционных лет. И что-то в моей памяти осталось. Осталось, и я очень доволен, что вот эта история все-таки при мне она сохранилась. Основание и развитие станции Бийск. Ведь в 1913 году были заложены первые камни строительства паровозного депо. Они и сейчас существуют. Это, как называется, первая и вторая канала. И как мне помнится по рассказам, да впоследствии я и сам очевидец, будучи еще и юнцом, это депо, оно не просматривалось, как здание. Почему? Потому что оно стояло в бору. А вот в 1915 году, есть, помнится мне, что один из товарищей мне говорил о том, что строительство ветки Бийско-Алтайская началось во второй половине 1914 года. От вторых я слышал, что эта ветка начала строиться в начале первого квартала 1915 года. Вот здесь есть какие-то расхождения. Я точно не могу назвать именно эту дату. Но буду говорить о том, что строительство, допустим, началось в 1915 году. С прокладкой одного первого единственного пути по станции Бийск. Но раз мы проложили какие-то азы железной дороги, сюда необходим был, должен быть доставлен транспорт, то есть какой-то паровоз. И вот в 1915 году, это был июнь или июль месяц, в Бийск был доставлен первый паровоз Ис-115. Его транспортировали на плотах. Котел паровоза был на одном плоту, ну, безусловно, на усиленном. На втором плоту был тендер паровоза. И чтобы его сюда пригнать на станцию Бийск, на начало вот этой стройки, необходимо было построить железнодорожную колею, то есть железнодорожную нитку. Ее быстро выстроили. Вот там разгружался первый паровоз И-115. Его там ставили на ноги, на этой ветке, которая функционирует у нас по сегодняшний день. Так она и осталась. Потом уже пошли сателлиты, то есть отвлечение от этой ветки. Это было, может быть, тоже предусмотрено с расчета. Глупых людей в тот период не было. Какое она даже историческое значение имеет, эта ветка, и которая даже на сегодняшний день функционирует. Такие воспоминания сохранил для нас в своей памяти Николай Иванович Москвин, отдавший более 40 лет трудовой жизни в разных званиях, включая и токаря, и мастера, и начальника вокзала Бийскому железнодорожному узлу, и честно заслуживший звание почетного железнодорожника. Как он сам себя называет, этот фанатик железной дороги помнит все и знает и по собственному труду, и по рассказам очевидцев, как строилась одна из самых трудных и вместе с тем наиболее рациональная и подлежащая немедленному сооружению в силу важности ее будущего значения Алтайская дорога Семипалатинск-Новониколаевск с веткой на Бийск. Знает, как выглядела станция Бийск в начале века, и помнит, как в 1986 году на уровне министерства встал вопрос об улучшении пассажиров, повлекший за собой начало принципиальных изменений и на Бийском железнодорожном узле. ¶¶
приказ начальника Западно-Сибирской ордена Ленина железной дороги об улучшении управления пассажирскими перевозками и организации обслуживания пассажиров на вокзалах и поездах Западно-Сибирской железной дороги. Приказываю установить, что пассажирскими производственными подразделениями на дороге являются на Алтайском отделении вагонное депо станции Барнаул с вагонным участком на станции Бийск. Так началась дорога в 10 лет длиною. В сентябре 1986 года было принято решение об образовании Бийского вагонного участка. Я тогда работал в должности заместителя начальника Алтайского отделения по пассажирским перевозкам и прекрасно помню это время. Это было тяжелейшее время, когда практически не было технической базы, и надо было осуществлять и обеспечивать на высоком уровне пассажирские перевозки. Начальником участка был назначен Райзер Владимир Ротович. И вот под его руководством в течение 10 лет проделана огромнейшая работа. И сегодня это уже предприятие, которое способно решать на качественно новом уровне пассажирские перевозки на Алтайском отделении Западно-Сибирской железной дороги. С 1 и по сегодняшний день Владимир Оттович Райзер – бессменный руководитель Бийского вагонного участка. Уж кому, как не ему, лучше всех знакомы проблемы родного предприятия. Возвращаясь, как говорится, к истокам нового пассажирского производственного подразделения, старожилы вспоминают, что кроме самостоятельности участку ничего больше дано не было. Не было помещений, не было своего хозяйства. Одним словом, условия мало располагали к прогрессивной и плодотворной деятельности. Сейчас сотрудники участка улыбаются, вспоминая, как 10 лет назад в одном маленьком кабинете рука об руку сидели два начальника отделов кадров вагонного депо и вагонного участка. И наперебой каждый к себе зазывали устроиться всех новых посетителей. Тогда молодому предприятию ох, как были нужны рабочие руки. Ведь на момент образования в штате было всего около 500 человек. Налицо большая неукомплектовка кадров. Это сейчас работа на железной дороге считается, если не самой престижной, то уж одной из наиболее доходных. Не на так называемой текучке кадров. 600 с лишним человек нравится своя работа, стабильный заработок, в среднем по предприятию заработная плата несколько превышает 900 тысяч рублей. Да и условия труда сейчас не те, что были когда-то. Как же оценивает коллектив сегодняшний день своего предприятия? Мнение председателя правкома Антонины Петровны Боковец. Ну, я считаю, что сегодняшняя ситуация нашего предприятия достаточно положительная. Коллектив у нас сложился трудоспособный, решает поставленные перед ним задачи. Я говорю это не голословно, потому что, учитывая ту ситуацию, в которой мы оказались при выделении из вагонного депо Бийск, то есть когда у нас не было самой элементарной материально-технической базы, практически у нас не было никаких социально-бытовых условий, и все же коллектив, несмотря ни на то, что у нас есть сейчас, я имею в виду, что у нас создано, я считаю, что на сегодняшний день достаточно удовлетворительная материально-техническая база. То есть у нас есть ремонтные цехи, отделения, которые созданы уже в составе вагонного участка. У нас созданы социально-бытовые условия для работников. Я бы хотела поблагодарить весь коллектив нашего вагонного участка, каждого человека в отдельности, не выделяя никого, за ту работу, которую они делали, делают, и я надеюсь, сделают и на будущее, потому что коллектив у нас боевой, трудоспособный, и может решать все те задачи, которые перед ним поставлены. Действительно, не зря главным богатством любого объекта считаются кадры. На уровне государства это недюжинные умы и таланты, на уровне предприятия – костяк коллектива. На Бийский вагонный участок в начале данного десятилетия во время повального развала в городе военно-промышленного комплекса шли устраиваться работоспособные, перспективные молодые люди. Сейчас они занимают самые различные должности.
Весь коллектив этого среднего размера по меркам Западно-Сибирской железной дороги подразделения молод. Не только по количеству уже проработанных лет или по среднему возрасту сотрудников, но и по духу. Благоразумное честолюбие, активность, стремление к усовершенствованию, джентльменский набор для предприятия, способного не только выжить, но и составить серьезную конкуренцию с подобным. Скажите, пожалуйста, любите вы свою работу? Да, я свою очень работу уважаю и отношусь к ней добросовестно, потому что я работаю на данной работе 38 лет. Наша работа заключается в том, чтобы, значит, качественно готовить пассажирские поезда и отдельные прицепные вагоны, значит, качественно для того, чтобы было очень удобно и уютно проводить в наших поездах пассажирам как дальнего, так и местного сообщения. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к своей работе? Мне нравится моя работа, и я, когда вижу результат своего труда, мне это очень приятно. А каким бы вы хотели видеть результат своего труда? Назначение нашей бригады в том, чтобы снабжать деталями пассажирский цех, электроцех, также станки, оборудование, все грузоподъемные и грузозахватные приспособления содержать в исправном состоянии, а также отопительную водопроводную систему. И чтобы людям нашего предприятия было удобно и приятно работать. Бийский вагонный участок, любя, называют участком номер один Западно-Сибирской железной дороги. Это верно, ведь среди множества железнодорожных линий, раскинутых в географическом центре Сибири, именно такое предприятие единственное. Наверное, поэтому, ввиду не имения объектов для подражания, участку и пришлось идти другим путем, на усмотрение своего коллектива. С самого момента создания началось строительство планов, а затем и их воплощение. Многих удивляло, что в то время, вторая половина 80-х, предприятие реально осваивало на развитие базы все централизованно выделяемые денежные средства. С нуля было создано мощное предприятие. Сначала была сооружена вагономоечная машина, затем достроили ремонтно-экипировочный парк, потом были гараж и пункт технического обслуживания, высоковольтная подстанция, ремонтный цех с кузнечным отделением, а на завершительном этапе выстроено добротное, крупное административно-бытовое здание. Это замечательное сооружение своим оснащением, соответствием всем запросам работников предприятия, начиная душевыми и заканчивая еще одной маленькой гордостью руководителей, уютной столовой на 36 посадочных мест, а также просторными, комфортными кабинетами, предназначенными для административных работников, способствует труду с отдачей по всей цепочке, снизу доверху, заметному как и по внешнему виду самого предприятия, по блеску начищенных вагонов, так и по отзывам благодарных пассажиров, независимо ни от времени года, ни от количества проведенных в пути суток. Здравствуйте, с приездом. Скажите, пожалуйста, могли бы вы дать нам свою потребительскую оценку работы железнодорожников? Конечно, оценка очень высокая. Проводники заботливые, внимательные. Подтапливали, когда было холодно, поили чаем, в вагоне было чисто. Вот, очень вежливые, мы очень ими довольны. К сожалению, не знаем имени, отчества. А что вы отметили для себя в поездке? Ну, я также отметила и чистоту, и заботу, и к ним всегда можно было обратиться в случае чего, и они, в общем-то, всегда были очень доброжелательно настроены. Если вам еще придется куда-то ехать, вы воспользуетесь услугами железнодорожного транспорта? Обязательно. Обязательно. Как ваши ощущения от поездки? Ой, прекрасно. Ехали прекрасно. За десятилетия на Бийском вагонном участке изменилось, безусловно, многое, в том числе заметное всем горожанам, потенциальным клиентам железнодорожников. И количество обслуживаемых направлений, да и качество самого обслуживания. Если сравнить число ревизорских актов о нарушениях трудовой дисциплины, безопасности движения и культуры пассажирского обслуживания за данный период, то налицо колоссальное их уменьшение. Конечно, приятнее было бы сказать, что сегодня замечаний нет вовсе, но жизнь есть жизнь. И не ошибается лишь тот, кто не работает, а этот коллектив как раз наоборот. Если в 86-м году постоянные поезда курсировали только в нескольких направлениях, то в 96-м к прежним уже добавлено много новых. В
в том числе на Иркутск, Красноярск и Волгоград. Показательный же поезд Бийск-Томск в 87 году силами участка, доведенный до уровня фирменного, недавно стал поездом БИЯ, следующим до Новосибирска. Но фирменное качество обслуживания от этого не пострадало. Даже по объективным оценкам пользователей стало лучше, как, впрочем, и на всех других поездах. Скажите, пожалуйста, каким бы вам хотелось видеть результат своего труда? Мне хотелось бы результат видеть, чтобы люди все были довольны, выходили с вагона с улыбкой и благодарили. Еще больше, чем они нас благодарят сейчас. А что они вам говорят? Они говорят большое спасибо за хорошее удобство, за чистоту, за порядок. Вы уверены в том, что ваши клиенты еще воспользуются вашим поездом? Да, многие спрашивают, когда вы едете. Вот. Традиционное пожелание успеха в работе совместно с лозунгом наших проводников «Пассажир всегда прав» являются обычными последними словами, звучащими в этих учебных классах для каждой, окончившей обучение группы резерва проводников. Сегодня в штате участка числится 395 людей этой хлопотной и непростой профессии. С момента образования участка набиралось по одной группе желающих, потом же, исходя из задачи укомплектовать штат, руководителям службы приходилось обучать и по три группы подряд. Зато теперь в сформировавшемся коллективе подобрались настоящие мастера своего дела. Добросовестные и умелые, способные обеспечить пассажиру не только физический комфорт, но и поднять настроение в утомительном путешествии. Остроумных и веселых людей состоит коллектив нашего пассажирского производственного подразделения. Эти люди умеют не только работать, но и, как видите, веселиться. Последние несколько лет на Западно-Сибирской железной дороге проводятся конкурсы профессионального мастерства, выявляющие лучших. Лучшего начальника поезда и лучшего проводника магистрали. Так вот, бийчане в таких конкурсах с удовольствием участвуют и показывают совсем неплохие результаты. В 1994 году первое место среди проводников занял наш Андрей Александрович Панин. А в 1995 лучшим начальником поезда признали нашу же Любовь Владимировну Черепанову. Достойные представители своего предприятия. Чем же еще живет этот небольшой сплоченный коллектив? Ответственно подходят железнодорожники не только к будням своей профессии. Скромно, но дружно отмечаются на участке многие праздники. Новый ли год, профессиональный ли праздник, День железнодорожника или День Победы. Коллектив сохранил тесную связь со своими ветеранами войны и труда. Несмотря ни на что, находятся и время, и средства для оказания посильной помощи пожилым и уважаемым людям. А для увековечивания почетной традиции совместными усилиями заложена аллея ветеранов. Она будет густеть и разрастаться вместе с течением времени. Годы, прошедшие с 86-го, для нашего коллектива прошли не бесследно. Во-первых, сформировался коллектив. Коллектив работает устойчиво. Во-вторых, сильно окрепла база данного предприятия по возможным обслуживаниям пассажиров, подготовке подвижного состава. Я бы сказал, что мы выполнили основную ту цель, для которой создавался данный коллектив и данное предприятие. Это вопрос по улучшению обслуживания пассажиров, и мы с ним справились. В этом, наверное, самое основное и заслуга коллектива в настоящее время. А что сегодня вам мешает в работе? Какие есть сложности?
Значит, ну, время сейчас для всех оно непростое. Есть у нас сложности чисто узкие наши. Я бы сказал, что несмотря вот на принятые за последние наши годы новые решения, новые вводимые объекты, мы слабы в прачечной, то есть наше белье, которое мы выдаем пассажирам, частично готовится у нас, а в большей степени готовится по Барнаулу. Поэтому это наше слабое самое звено. Ну и второе, это те неплатежи, которые сейчас мешают всем работать. Также и у нас складывается положение. Мы резко упали в объемах работы. Есть ряд отмененных вообще направлений. Есть уменьшение перевозок по другим направлениям, которые еще пока остались. Но я все-таки думаю, что временные эти трудности, они будут решены при нормализации обстановки в целом в стране. Конечно. И в заключение, ваше пожелание родному предприятию на будущее десятилетие. Значит, что хочется сказать. Я думаю, что тот коллектив, который сейчас работает на предприятии, он свою задачу выполнил. Во-первых, выжили, сохранили главное предприятие, сохранили людей. Ну и, конечно, чтобы эта марка, этот смысл был сохранен и другими нашими последователями, которые будут здесь работать, и чтобы наш коллектив смог с уверенностью продолжать работать, и все наши затраты не прошли впустую, то есть все-таки пассажиров обслуживать на уровне и, конечно, в больших размерах. Сегодня слово «железнодорожник» произносится уважительно и в Бийске, да и во всех населенных пунктах, через которые 100 лет назад пролегла Западно-Сибирская железная дорога. Сегодня наши железнодорожники – юбиляры. Но одной принадлежностью к праздничным датам уважения не заслужишь. Это складывается из многолетнего, безупречного, добросовестного труда, из профессионального подхода к своей работе и родения за общее дело всего коллектива. Бийский пассажирский вагонный участок по количеству таких заслуживших уважения людей мог бы явно занять на магистрали не последнее место. Это Виктор Евгеньевич Ковригин, слесарь-электрик аппаратурного оборудования, первый свой почетный железнодорожник нашего подразделения. Альберт Николаевич Кондратюк, заместитель начальника участка по оперативной работе. Эльвира Васильевна Сарыгина, начальник резерва проводников. Андрей Данилович Белозерских, мастер пассажирского цеха. Лидия Андреевна Базанова, начальник поезда Бийск-Новосибирск. Анатолий Васильевич Пеканов, бригадир ремонтного цеха. Виталий Михайлович Басурманов, водитель по бельевой экипировке поездов. Леонид Иванович Кульгускин, слесарь подвижного состава. Иван Алексеевич Новичков, старший осмотрщик вагонов. Татьяна Денисовна Важная, начальник поезда Бийск-Новосибирск, и пенсионеры предприятия Василий Ефимович Щербатов и Анна Петровна Воробьева. Хоть дорога и железная, люди на ней работают золотые. Я к вам спешу, как будто на свидание, на крышке 13-й вагон. И знаю, что не будет оправдания, коль опоздаю, не дождется он. А вы стоите строго по форме, и пассажиры мимо вас плывут. Последняя минута на платформе, пора в вагон, сейчас сигнал дадут. Улыбнитесь, проводница, вы так редко улыбаетесь, знаю, вам слегка по 30, что ж вы строгой быть стараетесь. Улыбнитесь, проводница, вы так редко улыбаетесь, знаю, вам слегка по 30, что ж вы строгой быть стараетесь. На месте находиться суток трое, стирая неустроенный уют. Вагон уже зовет вас просто зоя и ждет, когда им чаю принесут.
А вам, как я заметила, случайно, сейчас до пассажиров дела нет. Склонились вы над столиком печально, и что-то капнуло с ресницы на букет. Чай от слез едва горчит, верю вам, сегодня можно, но не знаю я причин, по которым плакать можно. Улыбнитесь, проводница, вы так редко улыбаетесь, знаю вам, слегка по 30, что ж вы строгой быть стараетесь. Пройдет неделя, месяц, может, годы, и позовет дорога на перрон. И я не знаю, из какой погоды к вам поднимусь 13-й вагон. И я спрошу вас, как живете, Зоя? Вы брови приподнимете слегка, удивлены, и, может быть,